Бесстрашные защитники веры или служители дьявола? Профессиональные воины или мистики-оккультисты? Священники, монахи, рыцари. Кем же они были? То, как быстро эта небольшая группа людей заполучила власть, совершенно беспрецедентно. Загадочное братство, державшее в страхе дворы Европы и пустыни Востока. Один английский историк назвал их неведомым новым монстром. Узнайте тайны самой могущественной секты средних веков. Тайная история рыцарей храма. В пятницу с 22:05 на Viasat History.